И снова я спасаю твою задницу. Но она же того стоит. О, это у тебя тибетский ритуальный кинжал в кармане? Ну, может, я просто рад тебя видеть. Тише. Так это и есть ключ ко всему. Так точно. Марко Поло вошел с ним в Шамбалу. Что с ним делать? А, никаких идей. Вообще-то, знаю, что Лазаревич без него далеко бы не ушел. Нельзя недооценивать его. Он и Флинн прочесали весь город. Наверняка сравняли с землей десятки храмов. Так что делать будем? Нейт? Никогда так не делай. Посмотри. Видишь знак? Да. А вон там? Да, очень похоже. И что это значит? Значит, мы знаем, что Марко Поло делал потом. На нужном нам храме должен быть такой знак. Нам осталось просто найти его. А ты понимаешь, что в этом городе больше сотни разных храмов? Да, но если мы посмотрим на город с высоты... То тогда найдем иголку в стоге сена. Да. Тут рядом есть гостиница. Хлоя, на это нет времени. Это самое высокое здание в этом городе. Да, да, это отличная идея. Пойдем. Да. Плохо дело. Заперто. Жди здесь. Я поищу обходной путь. Хорошо.